Следующий у нас вопрос относительно с какого номера вообще в принципе начинать работу. И опять обратимся к различным, так сказать, учителям, специалистам и, как они себя называют, экспертами. Обратимся к их утверждениям. Считается, что паркет нужно начинать обрабатывать с ленты крупностью абразива 40. В противном случае будет очень много царапин, которые в последующем не выведешь. Вот в данном случае мы начали работу с номера 36. И только лишь потому, что номера 24 просто не было в наличии. А так бы мы бы поставили 24 номер, и за один проход в быстром темпе у нас вот был бы такой же, вот абсолютно такой же результат. Здесь мы ходили по диагонали 36 номером из-за того, что у нас не было 24-го. Прошли два раза, и третий раз мы проходим уже вдоль. Только лишь потому, что 24-ки не оказалось в наличии. А так бы было всего два прохода. 24-й поперек этого паркета и 40-й бы мы прошли вдоль. Сняли бы следы от 24-й. То есть два прохода и уже оставался бы один проход до первичной шпаклевки. Вот практический опыт и методы экономить время, а самое главное деньги. Потому что иногда эта техника берется, так сказать, в аренду, используется транспорт, и все это дает экономический эффект очень значительный. То есть мы экономим рабочий день аренды техники, и, соответственно, получаем небольшую, но финансовую выгоду. А самое главное, конечно, это время. Все быстро, когда получается, и профессиональный результат выходит. Все довольны. И заказчики, и исполнители, и следующие за нами подрядчики.